Ассалютина здражайшие. После Нифхундерда Шиндаёбского перерыва на канале, собственно, решил заценить все-таки новиночку Resident Evil 7. Так, уровень сложности легкий, как обычно. Для то, что нужно для обычных игроков, для тех, кто не любит перетруждаться. А я не люблю перетруждаться, я вообще ленивое существо. Поэтому погнали, заценим новиночку. Обосремся у всех, как говорится. I just wanted to send a quick hello, and I love you. Oh, good news! I'm gonna be coming home soon. Yay! I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Пока, крошка. Ну что, за бабу будем играть? Я думал, за мужика. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Как скажешь, дорогая, как скажешь. Не очень-то и хотелось, честно говоря, за тобой ехать куда-то, хрен поймешь куда. Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead. She's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. And maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolby. В смысле, она же сказала не приезжать. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Мораль всей басни такова: если если ваша бывшая пропала и потом звонит и просит приехать, найдите другую, ну ее нахер вообще, блин. Я знаю, я очень добрый. Ну, графоней, конечно, завезли. Прямо скажем. Йо. И главное, сразу все днем. Точнее, не сразу все ночью происходит, что хорошо. Можно заценить, так сказать, красоты. Да я бегать умею. Мухи. Какие-то болота. В какие-то болота, блин, завела вообще. Проверьте поставленную задачу. Найдите Мию. Понятное дело, блин. О, проклятый старый дом. Это, я так понимаю, дом вот этих бейкеров, которые были в демо-версии. Ну, я демо-версию играл, но я ее не записывал, поэтому... Ну, я думаю, все ее видели. Потому что не было ни одного, наверное, канала игрового, который не записал прохождение демо-версии, причем они обновляли еще демо-версию, разработчики, я имею в виду. Не работает, сущ. Я откуда пришел-то? Оттуда или оттуда? Оттуда. Значит, сюда. Вот, обновляли постоянно демо-версию, что-то новенькое добавляли, но, честно говоря, ну, каждый раз по новой проходить демку, чтобы увидеть очередной какой-нибудь небольшой кадр, мне не очень хотелось, поэтому я прошел ее ровно один раз. Получил херовую концовку, чему очень рад. А это, видимо, эти телевизионщики, да? Аллигаторы в канализации, 17-я серия. Предлагаемый проект. Проходитесь в луизианский дом с привидениями. Присоединяйтесь. А можно я не буду к вам присоединяться? Нахер вы мне нужны? Да, это эти товарищи, которые снимали, понимаешь, свое шоу. Прими ее дар. Чей дар принять? И погоди, дар принять, я за бабой приехал, слушай.
Я тут, понимаешь, женщину свою ищу, а вы мне уже дар какой-то принять. Ну, если в дар пропавшую женщину, то давайте. А может быть и не стоит. Судя по тому, что это Resident Evil, явно не стоит. Здравствуйте. А, это этот дед, что ли, из этого? Из демки. Шлынды тут, понимаешь. А чё ты не в доме сидишь? Откуда он шёл-то? Точнее, как он... Чё, из болота вылез, что ли? О, блин, болотный житель, ёпт. Красиво, красиво. Красиво, нечего сказать тут, понимаешь. То, что это самое как-то... Все что-то в последнее время дрочат на графику. А тут, понимаешь ли, ёб твою мать, блять, мудак тупой. Это что за нахер такой? Штаны, по-моему, да? Или что это? Что хуй поймешь? Или ноги чьи-то, блядь. О! Ха! Да, любит декор семья Бейкеров. А ну, поползли. В смысле, поползли. Вот. В нынешнее время в среде, ну, и стримеров, и летсплейщиков, и обзорщиков стало принято дрочить на графику. Вот. Ну, усиленно дрочить, поэтому, может быть, хоть здесь кто-нибудь из этих товарищей заткнется и скажет, что графика действительно хороша. Я не убьюсь. Мама! О, сумочка, понимаешь. Водительское удостоверение. Это Мия, что ли? Что я сделал? Ага. Распечатка электронного сообщения от вашей жены Мии, которая пропала без вести 3 года назад. 17 июля 2017 года. Дело происходит в будущем, понимаешь? Кому? Итану Уинтерсу. Далви, штат Луизиана, ферма Бейкеров. Приходи за мной. Он она чё? А это, видимо, ее водительское удостоверение, да? Мии. Тут хрен прочитаешь, блядь, что на нее написано. А может, кредитка? Нет, водительское удостоверение было написано. Есть кто не живой? Ничего не видно. О, на качельках можно покачаться. Понимаешь? О. Интерактивчик, ёпта. Мне кажется, что на этой ферме Бейкеров никто не живет. А, кстати, вот это место, по-моему, было как раз в демо-версии, когда эти со своей камерой, со своим шоу-то приезжали. Hello, everybody! Блять, темно-то, как в жопе у негра. Хито дверь закрыл. Чё за... В этот момент надо было выломать дверь и убежать, я чувствую. Красота. Так. И этот вот шкафчик я тоже помню. Здесь валялись трупы, а здесь, если выходишь, то получаешь в бубен от старого пердуна. Который просто одержим какой-то... Что это было? Который просто одержим каким-то маниакальным упорством в том, чтобы меня завалить. Ну да ладно. Ну, кстати, несмотря... несмотря на то, что в этой игре Денува, тем не менее, вот у меня стабильно 60 кадров. Я, правда, пишу в 30. Какая-то девочка, слушай. Если появляется какая-то девочка, лучше бежать. Блять, опять закрыто. А, там отмычки надо было. А здесь, по-моему, гадость с тараканами, слушай. Налейте 2 половничка этого замечательного деликатеса. Что, он так орёт, блин? Этот Итан. Что я его маму рисовал масляными красками. Ворона. Здесь слизь всякая, насколько я помню. Здесь, конечно, ничего не изменили. Ох, блин. Да. Вкусненько, вкусненько. Что это такое? Пейзаж какой-то. Ну что вот это вот за... Грибы какие-то, понимаешь? Грибы, слушай.
А тут а ничего, а нету. Пойдем наверх. Наверху может быть что-то есть. Но это, конечно, не работает, потому что там предохранителя нету. Пока что все точно так же, как в демке. О, кассета, слушай. Видеозапись заброшенного дома. Спасибо. А это что такое? А это сохранение. Это сохранение, перезапишемся. Я просто, на самом деле, я уже до этого места доходил в демке. Когда, ну, запускал посмотреть вообще, как будет работать игра и все такое. Поэтому вот дальше я уже ничего не видел. Ну, дальше, скорее всего, сейчас, скорее всего, в это придется зайти в эту комнатку с видеомагнитофоном и посмотреть то, что было, то, что есть. Ручечку сломали. Закрыто, случай. Ну да, так это. Так я себе это примерно и представлял. Правда, в демо-версии не было вот этих вот эротических сцен, где дед склоняется над какими-то ногами. Это не те ноги, которые в огороде лежали. Оу. Сисечки. Так. Ну да. Одного предохранителя не хватает. Если нажать, то сейчас закроется крышечка. И это уже не пугает. Еще одна какая-то фотка. А это фотка подвала. И как всегда, нищиша не написано. What the fuck? Мне кажется, или там кто-то прошел? Похоже, это владельцы. Похоже. Но деда-то я точно узнаю. А здесь вот эта ручечка, ну ее, да, ее хер нажмешь. Видимо, сначала надо посмотреть замечательное видео, эротическое. Давайте посмотрим эротическое видео. Там просто такая порнуха, я манал вообще. Derelict House, 1 июня. Ну, это, собственно, то, что было в демке, я так понимаю, сейчас будет, да? Да, точно. Пошел нахуй, мудак, блядь! Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Пошли, чуваки. Сейчас этого убьют. Ну, я надеюсь, что я не спойлерю, да, ни для кого, потому что все наверняка демку-то либо сами играли, либо... Then we shoot the intro, just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Мне кажется, ли у них какая-то очень говенная камера для 2017 года? Что-то все расплывается, или мне так кажется? Или просто из-за темноты? Знакомое зело местечко. Давайте, открывайте дверку. Мотылечечки летают. Закрыто. Get out of the way. It's locked. Теперь открыто. After you. Не. So, ты первый идешь. What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Хуизраки, прям. Здесь дед. Здесь старый злобный дед. А это вот. А, кстати, слушайте, я хотел в управлении посмотреть одну замечательную вещь. Какая нахер вибрация геймпада, блин. Охренительно просто вообще. Просто. Ну просто. Ну вообще, ну просто, ну... Я хотел посмотреть, как пинаться. Потому что я помню, что в демке можно было как-то пинаться. Или, может быть, просто сейчас нельзя. 3 года? Чего снять? Блин, там гадость, я не хочу снимать. Слушайте, а...
Они 3 года, что ли, это говно варили? А, нет, это 1-е. Это 1 июня. Bad seat, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Ну а зачем ты? Ты в болото приехал, ёпта. Ты нахер... Glad I had my shots. Although, this will make a great backdrop. Давай. Andre, what do you think? Ага. Андре уже все. Андре! Да иди ты. Андре! Андре уже кирдыкнулся. Я не видел, я на тебя смотрел, на дурака. Я Кленси, Том Кленси. А, тогда понятно, почему я помер. Сомнительная шутка, я знаю. Что это было? Давай, отворяй врата ада, блин. Мы это все уже в демоверсии видели, поэтому... поэтому уже не пугает. Где он? Где-то там. Он в подвале. Как-то он быстро, слушайте, нашел эту ручку, пробрался в подвал... Либо его туда затащили. Что скорее всего. Видока нету. Телевизор. Как это? Блять, как он назывался-то? Отечественный телевизор, вот примерно с такими же ручками. Я еще к нему Дэнди на даче подключал. Забирайся давай. Alright, new deal. Да? We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Ну действительно. Когда один из этих самых из ведущих уже пропал. Не успели мы в дом зайти, понимаешь? Чувак, убери свою жопу от меня. Да иди ты нахуй. К черту, говорит, это шоу, говорит. Но сними, как я героически сниму. Тьфу, блядь, спускаюсь по ступенькам. Гениально. Давай, спускайся по ступенькам. Что я вижу? Ну, я вижу Андрея, который чуть-чуть сдох. А-а-а, матерь божья! Господи Иисусе! О! Дед? Красота. Для тех, кто понимает. Интересно, а здесь будет все развиваться так же, как и... Jesus. Jesus Christ. Блять, а вот до этого нельзя было, да, дернуть за ручку? Могли бы придумать такую опцию для тех, кто уже играл в демо-версию. И чё? Раньше здесь ключ был. И раньше здесь лестницы, кстати, не было. Хо-хо-хо. Ну все, пошла игра, собственно говоря. Ёбаный, 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 ёбаный. Матери мать! Хорошо свалились. Прям в говно. А как выбираться будем? Кровушка Андре. А откуда вышел этот черт? Здесь же закрыто все. Или он отсюда вышел? Откройте... выпустите, пожалуйста. Я передумал. Я не хочу свою тупую бабу искать. О, господи. Прям в говно в какой-то. Я не хочу искать свою тупую бабу. Я хочу обратно домой, где пиво и телевизор. Хоккей давно не смотрел, что-то, кстати. Слушайте, ну посмотрите, вот насколько круто, да, даже вот когда вода капает, прям такие
Прям настолько естественно выглядят вот круги, расходящиеся по воде. Офигенно. Я знаю, я сейчас сам становлюсь похожим на графа Дрочера, но тем... Что это было? Нахуй буль-буль. Нахуй такие буль-бульки, ёпты, бля. Ёб твою мать! Господи. Это Андре, что ли? Да, походу. Походу, Андрюшечка откинулся. О. Доска почёта. Ёпты. Это, я так понимаю, пропавшие, что ли? Здесь, блядь, хер прочитаешь. Вот, ну вот. Ну да, походу, какие-то пропавшие товарищи. Ёпты. Можно я нахуй отсюда выйду? Я, в смысле, не из игры, а из дома. Блять, нахуй пошел. Че это было? Кто тут ёбнулся? Я сам чуть не ёбнулся только что. Никого нету, блядь. Так, детские рисуночки, рисуночки детские. Хорошо, хорошо, хорошо. Здесь закрыто, да? Здесь вообще хуй поймешь. Вообще хуй поймешь, где оно открывается. Блять, что-то кусается кто-то. Монстр, наверное. О! Спасительный свет. А можно вот этот вот крючок оторвать? Точнее, эту фомочку. О! Еще пишем. Бен, мертв, Хэролд, обращен. Обращен, обращена, мертв, 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 обращен, мертв. Кленси, Л. В смысле, Л. Кленси это вот этот. Нет, Кленси это не болтарец. Кленси это этот самый. Оператор, который. Подожди. А тут. А. Мия? Так это сейчас откроем. Или зря я это делаю? Деточка. Здравствуй, родная. Ты же сама позвала, блин. Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now! Что за папочка? А, папочка в смысле дедушка, наверное, да? Ну да, он. Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Ну повернись. I've been gone for 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? О, ну ничего так. Точнее, очень даже ничего так. Тихо, 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 блядь. Тихо нахуй. Я и так очкую. What is this place? What they do to you? Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. И что, она там сидела в заперти все это время? Все 3 года? Ёпты. Да здесь такая красота, что мать моя просто. А эти мешки мне показалось как... Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. Yeah. We have to go this way. Пойдем. Откуда ты знаешь, куда идти? Ты тут уже все исследовала, что ли?
sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. Как-то очень вовремя вспомнил, блин. Что-то не верю я ей. Как-то, как это все очень просто. Только приехал и уже нашел. There. It's there. Да? Ну пошли. This is it. На каком мы месте? А мы в хуёвом месте, детка, ёпта. I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. It's not here. It's gone. It's gone. We're gonna be a family. Now that you're here. Чё? В смысле? There's another door here. I'm sure of it. Ну как бы вот дверь. Куколка. Хорошо, куколка. Какого хуя, блядь? Чё произошло-то? Чё произошло-то, блядь? Куда её завалил-то? Алло. Ёпта. Что-то очкую я. Блять. Трубу хоть какую-нибудь дали бы. Я бы хоть, может быть... А ну нахуй. До свидания. Всего, блять, доброго. Когда в ужастиках открывается вот так вот дверь, блять, никогда туда не ходите. Вот никогда. Дождь пошел. Что-то стемнело резко, вы не находите? Сдается мне, что телефон не работает. Ну да. Коротенькие гудочки, оповещающие о том, что пиздец нам пришел, походу. Карта гостевого домика. Ага. Во. Ёпты. Кухня, подвал. Найдите Мию. Сортир. О, аптечка. Еще аптечка. А куда? Здесь труба в дымке была. И куча говна была. Че, блядь, происходит? Да иди ты нахуй! Не пойду я туда. А здесь закрыто, кстати. А куда вы мне предлагаете идти? Чё, блядь, происходит, ёпта? И чё, мне обратно в подвал идти, что ли? Потому что там-то дверь закрыта. Ёбаная насрать. Звонок, блядь. Сама. Какая ты красотка-то, ёптать. Нихуя. Мия. Ты изменилась за 3 года? Да ты чё? Слушай, нет, не надо. Не надо. Не надо. Да чё надо делать-то, блин? Нажать или нажимать, или держать, или чё, блядь? Погоди, не надо. Не надо меня тут это самое. Да что ты делаешь-то? Старая пизда! Ай, блядь, больно же. Ёбаная носа. Кого ты там слышишь, блин?
Смотрите, обратно изменилось. Да, и так вот. Убейся головой об стену, да? А, по-моему, из этого места надо к ебуреням бежать. А куда нож делся? Ёбаный, да ты чё, охренела, что ли? Да как скажешь, и до свидания, и всего доброго. Бля, опять она тут. Куда иди-то? О-о-о-о-о-о! Топор, 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 топор! Ай, блядь! Попала, сука! Пошла ты... Пошла ты нахер! Ёбаная насрать! Чё, блядь, происходит в этом доме, ёб твою мать? Какую-то библиотеку меня кидануло. Телефон. Возьми топор, дубина старая, блин. Что вы хотели? Вечеринка в самом разгаре, приезжайте. You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic. Go there. Now. Спасибо, блядь, за напоминание. Так, топор. Топор. Топор всегда пригодится. Так, это она туда пошла, да? Я туда не хочу. Я туда вообще не хочу. Слушайте. Не, вообще мне нравится. Мне нравится игра. В прошлый раз предохранитель лежал вот там вот. Вот здесь вот лежал предохранитель. Сейчас предохранителя нету. На чердак. Чердак. Здесь, как всегда, ничего. А, стоп. Там же, помните, был вот этот закрыт. А у меня как раз, по-моему, был... Да, блядь. Да, 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 детка. У меня был ключ. Ключ был у меня. Предохранитель. Я знал, сука, я знал. Дамочка. Дамочка. Простите меня грешного. Ибо согрешил я очень смачно где-то. Когда-то. Так, сначала надо туда предохранитель, видимо, поставить. Блять, здесь ее нету. Этой... Как она выжила-то, ёб твою мать, я ей, блядь... Прям по шее запердолил. Она, блядь, живая оказалась. Так. Теперь там можно опустить лестницу, по-моему, да? Если... А, блядь! Пидораска, мать твою, чтоб ты сдохла, сука. А чё у неё за спиной? А чё за спиной у неё? Так ты задолбала, блин, меня уже, а? Ай, блядь, ёбаная насрать. Женщина, ты ебанутая? Ну давай, вытаскивай, блядь.
Может, не надо? Да ну нахер! Ты чё делаешь-то? Ебать, она мне руку отпилила, слушайте. Охуенно смешно, детка. А где субтитры-то? Да в пизду. Сменить активный предмет. И чё, мне за ней идти, что ли? А можно руку обратно пришить? Твою мать. Бля. А тут можно еще разочек записаться? Я бы... Да, вот я бы вообще бы не это самое, не отказался бы. Так, ну это было закрыто, значит, тут ее не может быть. Я, блядь, надеюсь, по крайней мере, на это. О! 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 Пистолетик, слушай! Прицелиться. А стрелять куда? В голову, как всегда? Фу, блядь, у меня что-то аж ручки вспотели, слушайте, уважаемые, а? Вы ожидали, что здесь будет такая мубуйня? Я вот нихера не ожидал. Не ожидал. Пошла в жопу, блин! Патроны! Экспекто патронум! Большой такой патронум, слушай. Ну, должно хватить на нее. Где старая сука? Ой, еще патроны, смотрите. Слушайте, сейчас что-то будет. Я бля буду, сейчас что-то будет. Слушайте, патронов надавали просто, я ебу-ебу. До свидания, дамочка. Простите, что? Дамочка? Дамочка? Кто там на тебя надеется? Я на тебя надеюсь. Я на тебя не надеюсь. Как говорится, на себя надейся, а сам не плашай. Бегом нахер отсюда. А там закрыто. Куда она делась-то, блядь? Сейчас, блядь, дверь откроешь, а она тут, да? О, она сдохла. Ёб твою мать! Так я ее убил уже, выходит? Дедушка! Дедушка! Я не... Добро пожаловать в семью, сынок, блядь. Охуеть! Охуеть. Меня куда-то еще и наружу выкинули. И че, я теперь без руки буду ходить? Или я буду играть за кого-то другого? Ёбаный в рот. Пришили лапу.
То есть, простите, как? Хотя недолго пролежала, может. Охуеть. О! Where am I? Приятного аппетита. What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Who are all you people? Ты что, заебал кидаться, да? Кто ты что делаешь-то, блин? Да нахуй надо. Не, блять! Да не буду! Какого хуя? God damn it. I'll bet it's that cop again. God damn pigs. Ему нормально без руки ходит? Да как скажешь, не торопись, не торопись. Бабуля, вы чуть-чуть померли, да? Бабуля? Ёбаная насрать. Нет, туда я не пойду, там они. Бабуля? А, бабуля живая, смотрите. Какая-то она... Какая-то она слегка припизнутая, вы не... Фу. Вы не находите? Так, а сохранение это было или нет? То пила, веревка, ошейник, пацан. Да вы эти самые прям. Бабуля. Вы хотите мне что-то сказать? Бабуля ничего не хочет сказать, она. Бабуля явно в припадке в неком пребывает. Открытая бездна Клайф и Брайан. Без вести пропали три видеоблогера. Ага. Джофф, Флорик и... и Блэк Сильвер Уфа. Власти штата просят помочь найти трех мужчин, которые 9 числа этого месяца поехали из Нового Орлеана в округ Далви и пропали без вести. Пропавшие Питер Уолкин, Андре Стикланд и Клэнси Джавис. Эта троица выкладывает свои видеозаписи в интернет. Все они отправились в Далви, чтобы снять видео для нового проекта. Они обычно снимают заброшенные здания и дома с привидениями. Херовое дело видеоблогинг, ёпта. Должен заметить я. О, патроны. Чё я взял? Чё патроны? И чё мне патроны? У меня нету нихуя нахуй. Чё-нибудь осталось? Патрон, блядь, шаешь, что такое? Типа пульс? Типа насколько я живой? Мне бы добраться до какого-нибудь сохранения, потому что я подозреваю, что для первого взгляда уже явно достаточно этой записи. Блять, заперто с другой стороны, сука. Нахуй, нахуй, нахуй. 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 Вот. Вот вообще нахуй. Я надеюсь, этот пиздюк сюда не пойдет. Похоже, хрупкая штука. Ее можно чем-нибудь сломать. Как? Чем? Чем ее сломаешь-то? Гараж. Спасибо, блядь, за это самое. Наклейка лента, которую нельзя сорвать рукой. Да вы охуели. А что же вы мне прикажете делать-то?
Там этот пердун старый шлындает. Йо. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Нахуй надо. Ну, я вообще предлагаю на этой замечательной ноте закончить. Вот. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите что-нибудь в комментах и так далее и тому подобное. И всем бонзай! Играйте в Resident Evil.